Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже, Спасителю наш, вся творя и строй, во спасение рода человечества, прими молитву нас, недостойных раб твоих, и удобри в настоящий час, во имя несужденно, посвящение совершите храма сего, по твоему словословию созданного, во имя святаго, апостола, евангелиста Иоанна Богослова, и воздвижни в нем сотворите трапезы, яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благословен Бог на всегда ныне пресвятый.
Пати, Пати, преклонься колено Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Боже безначальный, пресносущный, иже от несущих бытия вся приведы. Иже во свете же вы неприступник, престол имея небо, землю же подножие. Иже Моисеевы повеление дав и начертание, веселил уже дух премудрости вложивы, и удавлив их к совершению сведения скинии, в ней же служение оправдания бяху истины образа предначертания. Иже Соломону широту и пространство сердца даровавы, и тем древний храм восставивы, святым же сиквальным апостолам дусе службу, и скинии истины обновивой благодать, и теми святые Твоя Церкви и жертвенники Твоя, Господи, сил во всей земле насадивы. Вы же приноситесь Тебе священным бесклонным жертвам. И же всему храму ныне благоволилось во имя Создателя, святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова, ко славе Твоей, единородного Твоего Сына, всесвятаго Твоего Духа. Сам бессмертный, великодаровитый Царю, помяни щедроты Твоей милости Твоя, як от века суть. И да не возглашающийся нас множеством оскверненных грехов, ниже да разрушишь завета Твоего нашей ради нечистоты, но презри и ныне прегрешение наше, и укрепи нас, и удавли благодатью и пришествием жертворящего и святаго Твоего Духа. Совершите без осуждения обновление храма сего, и же в нем жертвенника сотворите освящение. Да и на сем благословим Тебя псалмы и песни и тайными службами, и Твои благоутробия выну величаем. И, Владыка Господи, Боже наш, упование всех концев земли, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и не спасли Пресвятаго Твоего, и поклоняемого Всесильного Духа, и освяти храм сей, жертвенник сей, и исполни его света пресносущного, и избери его в жилище Твое, сотвори его место селения славы Твоя, украси его божественными Твоими примерными дарованиями, устави его пристанище буреваемых, врачество страстей, прибежище немощных, бесов прогонения, вы же быть очесан Твоим отверстием на день и ночь, и уже сам Твоим немлющим в молитву со страхом Твоим благоговейством в Него приходящим, и призывающим всечестное и поклоняемое имя Твое. Да великого просит у Тебя, и Ты услышишь на небеси, в горе, и сотворишь милость, и милостив будешь. Сохрани его даже до скончания века непоколебимо, и же в нем жертвенник святых покажи силу и действием святаго Твоего Духа, прослави его паче, еже по закону очистилища, якуда я же на нем совершаю на священнодейство, во святые пренебесные мысли Твои жертвенник достязают, и благодать нам Твоего пречистого приносит осенение, дерзаем, бо не на наших рук служение, но на Твою неизреченную благостыню. Заступи, спаси, помилуй, устави, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Услыши мир и спаси душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во мире всего мира, благостояние святых Божиих, церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господине Отце нашим, святейшим патриарце Кирилле, и о Господине высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине преосвященнейшем епископе Елисее, и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Иоанне, и о Господине преосвященнейшем епископе Феоктисте, честне пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем прищи людях Господу помолимся. Господи, помилуй! Боже, же освятитесь храму всему, и же в нем жертвеннику всему, пришествием и силою Святого Духа Господа помолимся. Господи, помилуй! О благохранимой стране нашей властей и воинстве я, Господа помолимся. Господи, помилуй! Ради всем всяком граде, стране и верою живущих в них, Господа помолимся. Господи, помилуй! Мы избавимся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господа помолимся. Господи, помилуй! И святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господь!
же на пострадавших по Тебе, честных мучениц, почивающие Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, Боже наш, честивости, Архангел, Спаситель, благодарим Тебя, самым непосредственным, благодарим Тебя, и благодарим Тебя, и вино, освящение совершенно жертвенно, и по сего, яко благословение Тебя, веки веков. Аминь. Подбирайте розовую воду и вино. Отец Ангел. Убирайте вино и розовую воду. Так, раздайте латы архиерею, короче. Нет. Латы, огубки, латы. Так, во имя Отца и Сына. Подождите, если сюда же Духа перевозит. Во имя Отца и Сына. Так. Так, сначала же руками, да? Сначала руками. Забирайте. Сначала руками, потом губками, да. Мы же почти были слух, но до сих пор сидели, у вас почти не губки давать. Хватили центр дней, все это нужно было очистить. Сердце чистое, губки не нужно было штрафа, но не нужно было одежду, не нужно было сам. Губки, так не нужно было даже хотеть, не нужно. Губки, надо же тардимия. Лучше без этого компетентные. Как врач вас съел за жертву Бабу Буба, к сожалению, Бога лишь. Сверху снимайте, чтобы не осталось еще. Отцы, у вас сверху много влаги, соберите. Крышечка сама, не это самое. Мне тоже надо нарабатывать. Крышка сама. Вот так вот. Сейчас.
благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Мы поем. Аминь. Амин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Амин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Амин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Амин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Паки сносится вниз втором. Идет низом до третьего. Сносится вверх с четвертого. От четвертого сносится вниз к первому. Так будет без спереди. Вниз. От первого по низу до второго. От второго вверх к третьему. Крест к востоку развивался? Да. От третьего вниз к четвертому. Не торопитесь, да, пожалуйста. От третьего вниз к четвертому. Крест на север. От четвертого вниз до первого. От первого вниз до четвертого.
первого снизу второму. Крест на Юлию. А, нет, стоп, не так, не стоп, стоп, от первого назад, от первого снизу идет вверх ко второму, от первого, да, да, ко второму, да, все, теперь круг, отходит кругом, и верно, значит, первый круг поверх, наверное, сюда, так, первый круг, да, три круга, второй, поправляйте пас. Третий, да. Застежка тоже там справа.
вообще. Священничество чинно земли составивай. Ты, Владыка, великодарней прими ныне молящихся нас, не яко достойных сущих от таликих просите, но до превосходства покажется Твоя благости, небо присталось и человеческому роду, многообразнее благодеяний. Главизну же нам даровалось и благодеяний, еже во плоти единородного Твоего Сына пришествия, и же на земле я, все его сия, всущего во тьме свет спасения, принеси себе о нас жертву, и бысть мирови всему очистилище, общики нас своего воскресения сотворив, и вознесися на небеса, обличе свои ученики и апостолы, яко же обещайся силой свыше, яко я же есть Дух Святый, поклоняемый всесильный, и же от Тебе, Бога и Отца исходящий, им же бывший сильнее делом и словом, крещение предавшееся на положение, церкви воздвигоша, утвердиша жертвенники, священство положиша правила и законы, их же мы грешни, держащие предание, припадаем Те вечному Богу и молимся Ти благоутробни, Твоему песнопению созданный сей храм божественный Твоей исполни славы, и в нем воздвижный жертвенник святый. Святых покажи, яко нам предстоящему, яко страшному, царстве Твоего престолу не осуждено служить Тебе, мольбы о нас и о людях всех, воспосылающим и бескровную жертву Твоей приносящим благости, о вольных и невольных грехах, в прощение, в управление жития, во исправление благогожительства, во исполнение всякой правды, яко благословися Твое Пресвятое имя, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сейчас идем на крестный ход. Значит, я иду с мощами, воды Кадисей, тогда сзади та же крапите храм. Так, тогда. Кадила. Так, прикладываемся к престолу.
Владыка, кто сходил? Твоих, даровав и святым Твоим мученикам подвигом добрым подвязайтесь, и течение благочестия совершите, и веру истинного исповедания сохраните. Сам Владыка Пресвятый, тех молением умолен буди, и даруй нам, недостойным Твоим рабом, часть и наследие, имейте с ними, да подражатели тех бывшие, сподобимся и прилежащих тем благих. Милостью человеколюбием, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим же отворяющим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веку.
хочет, он очень хочет. Так вот, посередине. Да, я поднял, он завалил. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы. Врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, в ниде царь славы. Митрополец. Господу помолимся. Господу помолимся. Божий Отче, Господа нашего Иисуса Христа, Сын благословен во веки, и завесую плоти Его обновилась и нам, первородных церковь, на небесах вписанных вход, и где же жительство празднующих и глаз радования, сам человеколюбчий владыко, признанный грешный и недостойный рабы твоя, обновление празднующей честного храма. Во имя святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, образ святейшей твоей церкви, сиречь самого телесе нашего, еже убра и храм твой, Иуда Христа твоего, всехвальным апостолом Павлом именовать исподобилось и, и утверди его до скончания века непоколебимо и прославлено в Тебе. И сподоби нас в нем хвалы и словословия, незазорно приносите славе Твоей, единородному Твоему Сыну, Господу нашему Иисусу Христу и Святому Твоему Духу в разуме и всяком чувстве, поклоняющимся Тебе во страсти Твоем, божественный щедрот достойно показаться, и благоприятную Твоей благости быть и мольбам сим, у нас их всех, людях Твоих, неизреченным Твоим благоутробию приносимым. Молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. Я посвятую. Святый си Боже наш,
и на святых почиваешь, и тебе славу высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мир всем. А вы, ваше Господи, преклоните. Владыка Господи, Боже, прошу. Как подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, стой, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господь сил, то есть Царь славы. Пострадавшимся ты мучеником даровавы, еже все эти сев по всей земле мощем их, во святых храмах твоих и плоды исцеления прозябати, сам владыка всех благи, подательцы и молитвами святых, иже благоизволил и сие положение мощей всем честнем жертвеннице твоем, быть исподоби нас неосужденно бескровно тебе, на нем приносите жертву, и даруй нам вся яжеко спасение прошение, возмездие подаяй и всем пострадавшим за святое имя Твое, еже чудодействуйте теми к нашему спасению, яко Твое царство и силы славы Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Да, свечи снимаем все, ставим политическое обращение. По углам 4 человека. Пожалуйста. Идите, зачем вы отдаете на снять, то идите. Давайте по углам. Поднимаем и заносим.
Все. Там зазор большой, но там нужно будет аккуратно дозвонить. Пускай. Так. Расстояние проверьте, чтобы... Так, у нас это, сверху повыше. Давайте я пропишу. Воду святую дайте. Здесь, да, там. Не, сверху назад, сверху еще назад. Подожди, она туда провалится должна. Да. Супер, нет. Она не провалится. Она сверху стоит. Она не провалится?
помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ныне к вам прибегают и архангелы, вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечной я. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, постоящиеся к Господу за весь мир, да помилуй меня в час смерти моей, я и живых, и мертвых. Аминь. Язва моя, врачебавы, даруй мне много тебе прегрешившему, слез умиления, с растворимому телу, да понятия, что творят шапари. Возвысим участку своему наследию, обращи всю ночь Иисусу Христе, сокровище благих, дару мне покаяние, цель не оставь мне, и цели на взыскание мое, молитвы причисты твои, я матери всех святых твоих, аминь. Души глубины души, владычицы, помоги нам на милосердие души, не точнее свободы, не отступим владычицу к тебе, твои законы мои, помоги, от греха моего чести мя, единому согрешил лукаво пред тобой сотвори, я когда вновь учился, безвестная тайна премудрости твоей, я явил мессии. О, пропиши меня, и стопы мочившуюся, вышли мне паши снег, убелился, лишь во мне Божий дух, правду на веку утробе моей. Не утвержив, не отыщу твердь имя, научу беззаконным тем твоим очисти от плоду твою. Я плачу, но Господь тебе сейчас предал, по все сожжения неблаговолейшие. Жертва, Господи, благоволение твоим Сиона, да содержится стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение всесужигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Воду прошедшую ко сушу, египетского зла, и обезумно не исполните мою душу. Убери от руковицы тишиной Сына и Бога твоего все непорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса Божьего Тя и Бога молю, Дева, избавите себе люди. К тебе поныне прибегают, простирают душу и помышление. И ныне Кристо во веки веков. Аминь. Не духуйся телу и душе, посещение Божественное, как промышление в тебе сподобие единого Богоматери. Я предлагаю благая жертва верных убеждений, человек живут тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Представительство Богу, жизнь моя, полагаю тебя, Богородительница Деву. Ты имя оформи по пристанище твоему, благих вино на верных убеждений, иди на все беда я, врачи. Всякого можешь обойти на говори, исцеление по мне судное, для знать все проще, принимал шаги, все ты хорошие, спас от всех поющих тебя. Пресвятая Богородице, слава Твоей Сыну и Святому Духу, надо и болезни моя, и ночи не сжащи меня, Бога любви, уповати, Богородице, иди на Христа Деву, и ныне Христа во веки, веков, аминь, надеюсь, предупреждение, спасение, стены, не вижу,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыка, молимся, братья, кланяемся большое. Благослови. Всегда не любишь, но ты любишь, но ты любишь.
Благослови Высокопреосвященнейший Владыко Родион. Хотел бы тебе приносить, когда на Твою я же приему при небесной Твою жертву, что не спасли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа. Thank you.
и паки приглуши Богу, Господу помолимся. И престол имея небо, землю же подножие, и же Моисееве повелевы, повеление давы, и начертание веселиил уже дух премудрости вложивы, и удавлив их к совершению святение скинии всей же служения, оправдания, бяху истины, образы и предначертания. И же Соломону широту, и пространство сердца даровавы, и тем древний храм восставивы святым же и всехвальным апостолам в духе службу и скинии истинные обновивы. Обновивы благодать и теми святые Твоя церкви и жертвенники Твоя, Господи, сил, во всей земли насадивы, воеже приноситеся Тебе священным и бескровным жертвам. И же и сему храму ныне благоволилось и во имя создания святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова ко славе Твоей, Единородного Твоего Сына и Всесвятаго Твоего Духа, Сам бессмертне и великодаровите Царю, помяни щедроты Твоя и милости Твоя, яко от века суть, и да не возгнушающийся нас множеством оскверненных грехов, ниже да разрушивши завета Твоего нашей ради нечистоты, но презри и ныне прегрешение наше, и укрепи нас, и удавли благодатью и пришествием животворящего и святаго Твоего Духа, совершите без осуждения обновление храма сего, и иже в нем жертвенника сотворите освященные посвящение, да и на сем благословим тя псалмы и песнь и тайными службами, и твое благоутробие выну величаем. Ей, Владыка Господи Боже наш, упование всех концов земли, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и не спасли Пресвятаго Твоего и поклоняемого и всесильного Духа, и освяти храм сей, и жертвенник сей, и наполни его света пресносущного, избери его в жилище Твое, сотвори его место селения славы Твоей, укрепи его
божественными Твоими и премирными дарованиями, уставе Его пристанище обуреваемых, врачество страстей, прибежище немощных, бесов прогонения, поеже быть о часам Твоим отверстым нань, день и ночь, и ущедре, и уши сам Твоим внемлющим в молитву со страхом Твоим, и к благоговеинствам в Него приходящим, к Ним приходящим, и призывающих всечестное и поклоняемое имя Твое, да еликого просят у Тебе, и Ты услышишь на небеси горе, и сотвориши милость, и милостив будешь, сохрани его даже до скончания века непоколебимо, и иже в нем жертвенник святый. Святый святых покажи, силою и действием святаго Твоего Духа, и прославе я паче, еже по закону очистительнище, якода аще на нем совершаемое священное действо во святые пренебесные мысленные Твой жертвенник достизаем, и благодать нам Твоего Пресвятаго Пречистого приносит осияние, дерзаем, бо не на наших рук служение, но на Твою неизреченную благостыню, яко святости Божий наш, и жена пострадавших по Тебе честных, мученицах почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Заступи, спаси, помилуй, постави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй, Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко святости Божий наш, на святых по Тебе пострадавших, честных мучениц, почивающих Тебе славу посылай, Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине преосвященнейшем епископе Елисее, и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Иоанне, и о Господине преосвященнейшем епископе Феоктисте, и всей во Христе, братья наши. Еще молимся о Богу, храним и стране нашей России сей и спасение ее, о народе властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся блаженному, еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святе во всечестве в храме сию, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Яко милостивый человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
премудрость. Пресвятая Богородица, спаси нас. Thank you.
Господь, не сойдутся в обиде живы. Сказав о тебе твое море, зеленый сына, поближай, и последняя своя. Whoa!
и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивую. Oh.
Благослови, Высокопреосвященнейший, Владыку, Благовестителя, Святого Апостола и Евангелиста Луки. Ставшо издалеча, идти, вознесуша глас глаголющий, Иисусе, наставниче, помилуй ны. И видя в речи им, шед, покажитесь священником, и бысть идущим им, очистишося. Един же от них, видев, яко исцели, возвратися со гласом велим, славя Бога. И подениц при ногу Его, хвалу Ему воздаю, и той би самарянин. Отвечав же Иисус речи, не десять ли очистишося, да девять где, како не обретошося, возвращайся дати славу Богу. Токму иноплеменник сей, и рече ему, восстав, иди, веру твою спасе. Время уну, выше обновление его и Иерусалиме, и зима бе, и хождавши Иисус в церкви, в притворе Соломо. Глаголоху ему, доколе души наша в земле ши, аще ты еси Христос, рци нам не обинуяся. Отвещай им Иисус, грех вам и не верь. Дела я же остворю, о Иисус.
имени Отца Моего, та свидетельствует о мне, но вы не веруете, не стебо от овец моих, яко жрех вам. Овцы мои, гласа моего слушают, и аз знаю их, и по мне грядут, и аз жизнь вечную дам. И епископе Елисею, и о господине нашем, преосвященнейшем епископе Иоанне, и о господине, преосвященнейшем епископе Феоктисте. Благословится в ней Пресвятое имя Твое, Церковь.
сие с нами славит пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Делиться уложение, извините.
Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, и Господина Преосвященнейшего Иоанна, епископа Калачевского и Палласовского, и Господина Преосвященного епископа Феоктиста, епископа Городищенского. Да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический монашеский чин, весь причет церковный, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина нашего Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Thank you.
зовущее, взывающее и глаголющее. Семьи мы блаженными силами многих учеников.
первым по имени Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского, и Новоаннинского, и господина преосвященнейшего Иоанна, епископа Калачевского и Паласовского, и господина преосвященнейшего Феоктиста, епископа Городищенского, и желаю святых моим церквам в мире, церкви, честной, здравой, долгоденствующей, право правящая, слово Твоя истины. Помяни, Господи, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Германа, Рабского и Камышинского, и Боже даруй святым Твоим церквам в мире цело, честно, здраво, долготенствующа, право правяща, слово Твое истины. И дай нам единими усты и единим сердцем славить и воспевать и пречесное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и присно во веки веков. Веков.
Сей самое пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешения мои, вольно, невольно. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподобие меня не осужденного, причаститесь и пречистые Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Вечная Твоя тайна, дни Сыне Божий, причастника меня прими. Не во врагов Твоим тайну повену, не лобзанься нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет непречтение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Причаться могут те, кто накануне исповедовался, кому сегодня благословили причаться, кто готовился, стал ничем, чего не вкушал, не пил, читал молитвы положенные. Причаться будем с трех чаш.
Господом Бога наш, и камень пресной во веки. Храм икона Божьей Матери. Смотрите, наша будет. Наша будет. А я в этом храме должен быть. Ваше Высокопреосвященство, позвольте вас сердечно поблагодарить за сегодняшнюю службу, за это таинство, к которому мы долго все шли. Особенно, я думаю, вам приятно. Вы этот храм 27 лет назад служили здесь на основании храма службу. Вот, сохранились фотографии и видеоматериалы, вот мы сегодня посмотрим. А вообще мы сделаем фотовыставку, пока у нас... Мы ее сделали уже в зале Духовно-Пастирского центра. Сейчас выставка фотографий, истории строительства вот этого храма. Мы очень благодарны. Очень уже выросло поколение людей, которые помогали и ходили еще детками в этот храм. Мы с вашим благословением вырос, да, еще 5 лет назад, смотрю, фотографии маленькие были, я приехал когда. Вот. Несколько знаков внимания хотели вручить, если позволите, грамоты тем людям, которые причастны к тому, что сегодня произошло. И вот, конечно, конечно, подписку, в первую очередь, хотелось бы вручить грамоту главе города Воронину Игорю Николаевичу за его усердные труды, благословение в связи с освящением соборного храма. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Владимир Городской Думы Ястребу Дмитрию Васильевичу также такую благословенную грамоту в связи с освящением соборного храма. Аксиос. Аксиос, Аксиос. Депутату Думы Дудник Юрий Леонидович тоже ему вручается грамота. Дудник? Да. Юрий Леонидович. Поздравляю. Наш тоже благодетель. Вот. Еще добренький Алексей Яковлевич есть? Нет. Самый добренький. Где он? Добренький трудится. Так, хорошо. Дальше. Харченко Владимир Петрович есть у нас здесь? Как? Да. Нету, да, Владимир Петрович? Или есть? Нет. Это один из таких благодетелей. Его нету тоже. Так, Кочетов Валерий Федорович есть?
Есть, есть, да, вот сзади. Давайте ближе, подходите. Это архитектор этого храма, он проект 20 с лишним лет назад его составил и спроектировал, он по нему, он и построен. Аксиос. Аксиос, 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 Аксиос. Никифоров Павел Сергеевич есть? Нету его. Но мы приглашали, это тоже один из старых благодетелей, еще до моего приезда, но мы архивы подняли и нашли. Рязанцева Валентина Петровна есть? Подходите, пожалуйста. Аксия. Тоже, пожалуйста. Аксия, Аксия, Аксия. Савелова Беата Николаевна есть? Беата. Куда ты делась? Нет. Есть, идет потихонечку. Она не очень высокая, но идет. Она тоже архитектор и строитель этого храма. Подходите, пожалуйста. Аксия. Аксия, Аксия, Аксия. Все, кто награждены, вы еще на трапезу не уходите. Пройдем сейчас в зал. Там. Тарабрин Юрий Васильевич есть? Тарабрин. Нет, да? Это тоже один из старых благодетелей. Вот. Ну, из тех, кто есть еще, Убайцев Андрей Юрьевич есть? Подходите, пожалуйста, это тоже благодарственное письмо за оказанную помощь в обустроении храма. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Спасибо вам, дорогой владыка. Спасибо вам, дорогие отцы, владыки, сослужащие сегодня здесь. И вам, дорогие братья и сестры, наши крепкие, примерные молитвенники. Счастья от Господа, доброго здравия, мира и радости от Господа. Господь Святой. С дорожки ушли. На дорожку нельзя. На дорогу нельзя. Палец отвалится. Господь Святой. Господь Святой. Стой. Шаг назад сделайте. Thank you.
Скоро будет большой. Выйти мы выперлись. Вот у него прям были. Владыка, и нас грешных. Вас, грешных, будьте святыми праведными. Храни вас, да. Покажи, говорит, что же это? Правильно. Какая мощь? Ну, что было? Она вряд ли. Здорово. Многим людям не достанется их, потому что в храме было людей очень много, и поэтому количество могло быть больше людей, чем в иконах. Но большинство людей все-таки получили иконки, мы создавали несколько человек, несколько групп, поэтому большинство ушли довольны с иконками. Некоторым даже по две, по три давали, потому что у них семьи были. Конечно, ну, так же переживала, что не хватит всем, но, слава Богу, надеюсь, что хватило всем. Конечно, освящение храма – это очень серьезное дело, тем более, что такого крупного храма, который находится в центре города, поэтому очень волнительно было событие. Переживали, как это все пройдет, сколько людей будет, потому что людей было очень много, и некоторые около выхода стояли. Это самое большое мероприятие. Я сама недавно знала, что это было больше 20 лет назад. Конечно, храм молодой, но такое освещение, много людей было, очень. Мне прям, ну, радостно на душе. Большое радостное событие. Возрождение храма в духовности на Волгоградской земле. И в этом храме присутствовало сразу 4 архиерея, служба была очень торжественной.
возвышенные, и сразу произошло несколько таинств, и Евхаристия, и чин освящения, как сказала Вика, и такое большое событие, очень большая редкость, и все прихожане очень рады такому событию.